сегодня так и быть, мы будем печку топить дровами. Поехали. Это расстояние называется «Зеленая миля» по одноименному фильму Стивена Кинга. Те, кто смотрели «Зеленую милю», меня прекрасно поймут. Спереди мы видим непосредственно то здание, в котором живет наша печка, которая ест наши дрова. Ну, продолжение сейчас увидите, ставлю на паузу. А в данный момент времени мы преодолеваем другое пространство. Проход с подъемом, тяжелое место, но мы преодолеем любые трудности. А вот и наша печка, она уже проголодалась. А вот это поднос, куда мы складываем те дрова, которые она ест. Скоро обед, пора ее кормить. Пока хватит, на улице тепло.